А на какой музыке вы росли? То есть вот что вы слышали, будучи школьником, допустим? Как любые питерские пацаны, ленинградские. Да, да, ну, да. Нет, я очень эклектичный, я очень любил, как, спасибо, кстати, вот этому, если бы не любовь к Ласковому Маю, я могу сказать честно, искренне, никогда бы в жизни не написал ни одной хитовой песни, ну вот во всяком случае в том жанре, в котором мы существовали. И при этом я обожал весь рок-клуб ленинградский, и там Екатеринбургский, Екатеринбургский же, да, был? Да. Вот. Свердловский, да. Свердловский, да, да, Свердловский, да. Совершенно верно. Да, правильно, думаю, какая ты, думаю, как Екатерин, Свердловский, конечно. И Алисаман, и Киноман, и там, когда Нау появилась, потом появилась группа Круиз, вот с Гаиной, с этими тяжелыми гитарами, там, Черный кофе. Вот я как такой некий, некая губка, которая впитывала все, все музыкально интересно. Вова Пресняков, потрясающий на тот период, просто ну, такой Майкл Джексон наш российский. Ага. Вот потом появилась там группа Кармен, Боня, в общем, все-все-все. При этом Нирвана, Металлика, все. Но я музыкальный человек, я этим жил, я этим болел, я скупал все пластинки, которые были, и мне было интересно максимально открыть для себя что-то новое. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.